детки. Такие все замечательные. Здравствуйте, громко. Здравствуйте. Молодцы. Еще. Здравствуйте. Здравствуйте. О, прекрасно. Дорогие детки, скажите, у меня есть одна история, но перед тем, чем ее рассказать, я... рассказать эту историю, я хочу спросить. Вы знаете, что такое Африка? Это такая страна. А скажите, кто в Африке живет? Какие животные вы знаете? Правильно. Правильно. А длинные жирафы, правильно. Попугаи, тигры, умничка, девочка. Змеи. Ага. Видите, сколько много? И вы, наверное, всегда интересуетесь. И лев, правильно, суровый, но очень красивый царь зверей. А я вам расскажу историю. Жили две девочки. Одну звали Машенька, другую Дашенька. Они сестры. Они всегда вместе веселились, вместе играли, рисовали, лепили с пластилина, играли в куколки и читали книжечки. И вот однажды одна из девочек играла в игрушки, а другая изучала книжку про Африку. А вдруг мама обращается к своим дочерям. Девочки, доченьки, помогите мне, пожалуйста, помойте посуду, пока я готовлю вкусный обед. Машенька встала и побежала. Она помыла всю посуду, сложила ее аккуратно, вернулась. А Дашенька как сидела, так и сидела, смотрела книжечку. Машенька говорит: Дашенька, а ты почему не пошла помогать маме? О, отвечает Дашенька, я очень далеко, меня здесь нет, я в Африке. Прошло какое-то время, мама опять обратилась за помощью. Детки, идите в свои комнаты, разложите игрушки красиво, сложите свою одежду на место. Машенька побежала и сделала это дело. А Дашенька продолжала так и изучать книжку про Африку. Когда Машенька пришла и спросила у Дашеньки, Дашенька ответила: «Я далеко, меня здесь нет, я в Африке!» Однажды Машенька прибежала домой, вот так, к Дашеньке, а Дашенька смотрит на Машеньку. «Машенька, а что у тебя все вокруг рта в шоколаде?» «О, Дашенька!» – сказала Машенька. «Я ела тортик!» «Как?» – сказала Дашенька. «А мне?» Но ты была очень далеко, не здесь, в Африке, и поэтому я твой первый тортик съела тоже. Ах, сказала Дашенька. Вы, дети, помогайте своим папам и мамам. Да, и посуду помойте, и одежду свою складывайте, и игрушки. Ну, вы тогда замечательные дети, и слава вам Богу. Давайте помолимся Господу. Давайте, спасибо, Господи, за то, что ты там надаешь такие замечательные минуты, когда мы общаемся вместе, делаем хорошие дела. Спасибо тебе за это, что ты нас учишь и направляешь правильно. Аминь. Аминь. Когда, друзья, в церкви какое-то мероприятие проходит, пожалуйста, не уезжайте сразу.